Здравствуйте, вы смотрите новости в Китае на телеканале CCTV Русский. Далее о главном. Премьер-министр Канады Стивен Харпер 22 декабря прибыл в Пекин по приглашению премьера Госсовета КНР Вэн Цзябао, начав свой пятидневный официальный визит в Китай. Планируется, что в ходе его поездки состоятся встречи и переговоры с представителями китайского правительства. Руководители двух стран обменяются мнениями по перспективам развития китайско-канадских отношений, в том числе вопросам расширения сотрудничества в торгово-экономической области, а также международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес. Это первый визит Стивена Харпера в Китай в качестве премьер-министра Канады. Кроме Пекина, он также посетит Шанхай и Сянган.